весело. Идиот. When you first began it, you got what you want. Now you can hardly stand it though. By now you know it's not going to stop. It's not going to stop until you wise up. No, it's not going to stop until you wise up. No, it's not going to stop. So just give up. Бросок не очень. Что это ты нашла меня, значит? Ну да. Сбегать сюда было веселее, когда нас могли тут застукать. Да, наверное. Джейкоб, мы же договорились. Я... Ты... Это всего лишь летний роман. Не, я в курсе. Просто... Не знал, что ты так любишь играть на публику. Джейкоб. Да я, блин, поверить не могу, что ты сосалась с ним. Прямо у всех на глазах. Охереть! Тебе что, 12? Не мне, а Нику. Как бы. Он мой друг, но не думаю, что он хоть раз видел голую женщину. Не хочу тебя расстраивать, но судя по тому, как он орудовал языком, опыт у него явно есть. Нравится меня мучить, да? Да расслабься ты уже, наконец. Я думал, сегодня все будет по-другому. Что? Знаешь что, забудь. Неважно. Эй, это мой! Хрен там. Я его нашел. Все равно отдашь завтра. Ладно. Как хочешь. Сиди и дуйся. Сходи с ума, представляя язык Ника у меня во рту. Да блин. Или лучше принеси нам полотенце. Зачем тебе полотенце? Ну, был же договор. Летний роман. И, похоже, лето не совсем еще закончилось. Окей. Это мы посмотрим.
Не так давно. Интересно, где? Хекет и Тхекет. Ну, Хекет — это, видимо, мистер Хек, Крис Хекет. А что? За Тхекет. Полотенец нет! Вообще? Ровно ни одного! Говню! Охренеть! Эй, спускайся сюда, Джейкоб! Хм. Что за цифра? Кто это там? Ладно, буду считать, что все нормально.
Окей, ну тогда придется сохнуть. Или встряхнемся по собачьи. О, а ты умеешь разговаривать с девушками? Ну. Не смей делать вид, что ничего не было. О, да что ты говоришь? Смотри, на помощь! Спасите! Я тону, и мне нужен большой, сильный и такой 100% мужественный спаситель! Окей. Что тут? Дама в беде! Не бойся, милая крошка, ураган Джейк уже близко! Бомбочка! Холодно, холодно. Ураган Джейк? Окей, ты напросилась. Вот. Эй, хватит! Не дуйся, как бука! В атаку! Козёл. Вот бы остаться тут. Я бы плавала тут целое лето, но тогда я вся сморщусь. Нет, ты знаешь о чем. Об этом. Джейкоб, мы провели чудесное лето. Ну так давай продолжим дальше. Джейкоб. Ладно, давай так. Хочешь, я сальто назад сделаю, а ты разрешишь к тебе приехать. Идет? Эй! Ты куда, ну блин? Черт, бегунок! Да вы, блядь, издеваетесь! Джейкоб! О, урод!
Да уж, Кейтлин, должен сказать, ты умеешь навести шороху. Ну, а может, Эбби нужно было подтолкнуть? Ты злой гений. Кто из них сделает первый шаг? Ник или Эбби? О, я думаю, никто из них. Не знаю, в Нике таится зверь. Если под зверем ты подразумеваешь хорошенького олененка... Ты не смотри на, типа, всю эту показную милоту. У него там под рубашкой стальные мускулы. О, ты тоже это заметил? Ну, а мы чем займемся? Так играем. Что? Нас же трое. Так, Дилан, правда? Вроде Эбби. О, боже. Надо помочь. Откуда был крик? Сюда. Ну? Эбби! На помощь! Прошу! Нико! Помогите! Где Ник? Ты за Ником! Ну! Может, лучше ты... Нет, я помогу Эбби. Иди, вдруг и он ранен. У него низкая кучность, будь осторожен. Так, ладно. Нихера себе. Надо, нам надо идти. Давай. Пошли к костру. Кретин. О, черт.
О, боже. Тебя там ждет полуголая девушка. Ты чего? Так. Ладно. Ау! Чувак, пожалуйста, пусти меня. Слышь, не трогай меня. О, охренеть, ты чего творишь? Сукин сын. Ты чего делаешь? Тс, тихо. Лучше закрой глаза. А, ты чего творишь? Шш. Ой. Нет. Шш. Нет. На вкус дерьмо. Но это на пользу. Куда собралась, милашка? Что за черт? Что за черт? Какое-то мгновение, и ты снова в моем шатре. Ну, что ж. Показывай. У нас тут звезда. Хм. Звезды в ночном небе. Путеводные лучи дают нам цель или напоминают нам о ничтожности, вселяя отчаяние. Доверься сияющей звезде, она несет ясность. И проливает свет. Башня. Хм. Улететь от проблем. Бить или бежать. Жизнь часто ставит нас перед выбором, но, избегая одной опасности, можно пасть в объятия другой. Любой шаг может стать роковым. Помни, всегда остается то, что скрыто. Показать тебе? Нет? Что ж, как тебе будет угодно. Ну, за дело. Назад в Хакетс-Куари.
Да, возвращайся в Хэкетсквари, уж там не соскучишься. Какой ужас! Там, я не знаю, кто это был. Такой быстрый, и там был охотник, и это... О, Эбби. Вот. Что? Попробуй нарисовать. Что именно? Ну, того, кто напал на вас. Ник, эй, друг, что там произошло? Животное напало. Где Эбби? Он не в себе, чувак. Надо понять, что случилось. Там был мужик. Ну, еще. Какой-то зверь. Чего? Какой зверь может сделать такое? Эбби. Эй, все в норме, друг. Вон она. Клыки. Страшно. Навалился. Я думаю, медведь. Нет, медведь его бы раздавил. Я думал, тут нет медведя. О, блядь, ты погляди на это. Черт, это черная. Это инфекция. Она распространяется. Плохо дело. Очень плохо, друг. Прости, дружище. Держись, все норм. Блять, как больно. Надо резать. А иначе инфекция его сожрет. Что? Это еще зачем? Ну, не знаю. Ты глянь на эту черноту. И что это, по-твоему? Я тебе что, врач? Я мало что помню. Я даже не знаю, что видела. Джейкоб и Эмма. А если нет? Ну, осторожно. Показалось, видимо. Да. Оно ушло? Да, беги, тварь! Как смело. Ладно. Как насчет того, чтобы вернуться в коттедж, а? Стой, не! Не стреляй, не надо! Я помогу! Ух, пиздец. Ник, что с ним? На Ника и Эбби напали. В лесу. Есть у кого-то сухие шмотки, умирают от холода. Все сумки в фургоне. Бля, ну конечно. Джейкоб, где Эмма? О, да блять! Вот дерьмо-то! Я оставил Эмму на острове и сказал, что сразу вернусь.
Блин. На острове? Да, а что? Просто я... Мне показалось, я там кого-то видела. Кого-то? Нет, не знаю. Показалось, наверное. Она же там совсем одна. Ну, надо двигать к коттеджу. Это, я надеюсь, клубничный джем. А, точно, нет. Думаю, это кровь. У мужика была эта бутылка. Короче, ладно, потом долго рассказывать. Фу. Да, знаю, полный пиздец. Твою мать, точно, как же я мог забыть? Я там видел тело в озере. Типа труп, что ли? О, нет. Это был просто пловец из местной команды. Заблудился по дороге в бассейн и... Да, придурок, это был труп! Ой, хорош заливать уже, Джейкоб. Да не, правда видел. Решил, что это один из пропавших вожатых. Но я не уверен, он был такой... сдутый и... мерзкий. Что-то тут не так. Я за Эммой. А, не понял. Эй, мне нужна пушка. В лесу опасно. Чел, я охраняю Ника с Эбби. Да, а мне надо спасти Эмму, она там одна. Может, с ней и так все в порядке. Может, тогда и с вами тоже? Выбесить меня хочешь? Нет, я хочу спасти свою девушку, баран. А, не думаю, что она твоя, чел. Стой! Полной жопе, а вы зачем-то еще и грызетесь, придурки? Пушка будет у нас. Ник и Эбби ранены. Нам нужна защита. Там кто-то есть. Райан! Прости. Да вы гоните! Убедись, что все в порядке. Если она на острове, то все ок. Да, чтобы нарваться на этого ебаната? Нет, спасибо. У зиплайна должна быть еще лодка. А если нет, оттуда я доберусь и так. Нужно вернуться в коттедж, вызвать помощь. Как? Ник не может идти. У меня есть план. Ну что ж, начнем наш вечер. Окей, вот вам загадка. Две руки, две ноги. Внезапно осталась одна на стрёмном острове ночью. Это я. Ну, одна рука. Одна свободная рука. Так. Она тут. На странном необитаемом острове в зловещей ночной тиши и одиночестве. Ладно, значит так. Я внезапно оказалась одна на странном маленьком островке, и заняться мне нечем, так что я все вам тут покажу. Там есть домик на дереве, и я иду туда, чтобы попробовать заснять для вас просто охренительную панораму. Дело вот в чем. Я не очень-то хочу возвращаться, а если бы и хотела, я не могу. Он подумает, что я за ним бегаю, хотя это он первый устроил сцену. Блин, простите, я ною. Ну, иду и ною. Да похер. Вперед. В домик на дереве, друзья-исследователи! Думаю, все догадались, что это такое. Я ими не пользовалась. Слишком о натюрель для меня, честно говоря. Потом, кто знает, куда деваются отходы? О, только не это. Ладно, забыли и идем дальше. Да.
А это наш домик для встреч. Это домик, где встречаются. Я очень старалась придумать что-то интересное, но иногда вещи такие, какие есть. Ну, вы поняли. В общем, этот остров — нераскопанная часть карьера, заросшая лесом после того, как его затопили. Очень круто, да? Когда-то в детстве я думала, что острова просто плавают на поверхности воды, как надувные матрасы. Но теперь я стала старше и мудрее, и знаю, что все не всегда так, как кажется. Вот думаешь ты, что у тебя горячий летний роман, а по факту нянчишься со здоровым мужиком, который грустит, потому что ты не хочешь быть в отношениях и строчить ему любовные письма. И, кстати говоря, никто ведь не против, да? Почему? Почему я должна оправдывать свои чувства, если это ему что-то не нравится? Верно? Класс. Это метафора. То есть, мы на развилке. Вовремя. И главный вопрос, стоит ли возвыситься над этим и тупо забить, или держаться какого-то прежнего пути, ну, то есть ныть о своей дурацкой жизни. И раз это не прямой эфир, выбор за мной. Ну что, вперед и вверх, поехали. Видите, эти дорожки так и шепчут о единении с природой. Это не случайно. Не знаю, что там у вас с дорожками, но если вы минимум час не вытаскивали занозу из пальца ревущего малыша, они не дотягивают. Пацан в порядке, я супервожатая, и что нас не убивает, делает нас сильнее. Это ты, Джейкоб?
Пожалуй, надо глянуть, что наверху. А знаете, это весело. Кажется, я впервые за лето осталась одна. Прикольно. И это укрепляет мое мнение насчет Джейкоба. Он вроде как должен был вернуться за мной, но теперь я одна, и мне клево. Прости, Джейкоб, если смотришь. Ничего личного. Дело во мне. Без обид, да? Да, окей. И кто знает, может, лет через 50 мы встретимся и будем с нежностью вспоминать чудесное время, которое мы провели в летнем лагере Хэкетскори, и ту искру, что навсегда изменила наши жизни. Ну а потом будем трахаться на природе, как пара старых полоумных кроликов. Эй, ну почему нет? Время покажет, малыш Джейки. И, как говорится, всех сделает дураками. Но мы будем самыми сексуальными старыми дураками в истории человечества. А пока что у меня своя жизнь. Прости, друг. А вообще... Как это мог быть мистер Хэй, если он был в коттедже? Каркну. Ворон никогда. Придется держаться одной рукой, да? Хорошее начало. Черт. Роскошный домик на дереве, как видите. Построен в 1800 хрен знает каком году, с завязанными глазами, из лучшей гнилой древесины, ржавых гвоздей и свежайшего коровьего дерьма. Классика эпохи Хэкетов. Милая, я дома. Что такое? Ты три раза разогревала ужин? Ну, знаешь, разве так встречают мужей? Впитывайте, народ. Вот она какая, жизнь в летнем лагере. Ух ты, кажется, кто-то забыл убрать все до закрытия. Думаю, эти вещи оставили детишки? А может, кто-то из парней. Но, вроде это не наши. Слышали? Похоже, перед нами выбор. Пороемся в чужих шмотках или... Откроем жуткий люк и умрем ужасной мучительной смертью. Правильных ответов тут нет. Шмотки! И вот еще. Хватит с вас красоты. Я что-нибудь надену. Класс.
Сейчас. Ладно, так. Там явно кто-то есть. И он меня не испугает. Это я вам обещаю. Прощай, жестокий мир. Занавес опускается, и никто не выйдет на бис. Боже мой, боже мой! Боже мой, боже! Тише!